Друзья, всем еще раз привет. У нас дождь. Я вот сейчас конкретно сижу дома. Мне что-то немножко грустновато, как бы из-за того, что такая погода ужасная сегодня у нас в октябре, 8 числа. А как у вас в городах? Как у вас дождь? Вот, и мое психологическое состояние сейчас не очень, опять же, из-за того, что я наблюдаю вот такую вот картину на улице, то, что с листьев и со всего остального у нас прям капает вот эти вот дождевые капли, как вы можете наблюдать. Поэтому я лично сегодня, наверное, никуда не собираюсь выходить. В принципе, даже на прогулку, потому что вот такая вот у нас погода ужасная стоит, опять же. Вот. А вы что-то я хотел пару слов личных об алкоголе сказать, что я практически не употребляю спиртное, я не пью там пиво, водку и все такое. Но иногда, конечно же, изредка я позволяю себе там выпить баночку, максимум две пива и все. Мне лично такого достаточно будет, и то не часто. Я никогда, ну, не спиваюсь практически, вот. Ой, вот так вот, ребят. А, пишите еще раз в комментариях, как вы проводите досуг.